что мы кроме всем. Нет, постой. Да ладно, мы так и сидим. А то еще собаки попросят. Так они не понял, что вытечь в моем холодильнике. А, вы хотите говорить мне, правда? Так. Да. Ладно. А почему? Шевели свои хрень этого зайца. Ладно. Кушайте. Забыл. Нет. Даша не думай. Даша не пытайся. Что делать? 8 часов спустя. Объясни. Почему я точно типа не твои мечты? А? Ну, во-первых, потому что у тебя твои девочки, и ты знаешь, что в кого... А во-вторых, потому что остальные заняты. Ну, во-первых, они самые. Нет. А во-вторых, прежде чем, это мой кавалерий. Прежде чем, это моя кавала. Да, я вижу. О, Кличок. Здравствуйте. Бомж? Курдун Лоской. И вот я хотел спросить. Подожди. Это давнее. Я с ним ему и составляю такую плюшевую игру. Это от него похож на тебя. И меня? Конечно. Ты не хотите стать парнем? Нет. А эта игрушка защитила тебя, пятый. Да давай вина отсюда. Когда болит мне, и она меня любит. А когда болит меня, она меня наложит штаны. Она, я сегодня, она называется красота. Нет, она не понимает. Красота? Да-да, уродина. Да ты? Она вся ваша. Только посмотрите, не путайтесь. Посмотри руки. Mm-mm. Вы богатые. Mm-mm. Есть дом и машина. Mm-mm. Слушай, прям как ты, каприва ты. Простите, вы не сосали. Блин, ты мне пушку отдашь. Что ты здесь писал, нет? Чтобы дитё... О, в принципе, похож. Ты шутишь? А я чё? Я похож как петуха на своих. Ну ты посмотри на неё. Как не войдёт? Знаешь что? Хватит. А ну стой! Буду стрелять! Пушка была не заряжена, и ты подоснал. Пойду-ка я её сниму, я тупее сада запанет. Вы богаты? Да. Вы? Да. Есть дом и машина? Да. Привет. Стой, а ну обратно оставь. Я сейчас такое возьму, что без бутылки я там не справлюсь. Вот точно, а?